Полина Тарасова, номер 63. Главный тренер команды Алексей Владимирович Чистяков, старший тренер Андрей Александрович Куняков, тренер Сергей Борисович Костюхин и комментатор Денис Сукорочков. Еще раз всех озвучили. Тренер Андрей Александрович Куняков, тренер Сергей Борисович Костюхин и комментатор Денис Сукорочков. Еще раз всех озвучили, а вот тем временем счет открыт 1-0. Отправились на север Подмосковья, и вот сейчас, как мы видим, игру... Против белых медведиц, а это уже 2-0 становится счет. Дергачева, Шмелева, бросок, но здесь уже Третьяк спасает. Дергачева, Шохина, в центр, Шмелева, бросок, ох, как красиво! Шохинов, центр, Шмелева, бросок. Ох, как красиво! 3-0! В большинстве забивает Торнадо, буквально секунду оставалось. Евгения Дюбина, Людмила Белякова и Анастасия Шмелева становятся пока что авторы заброшенных шайб. Пирогова! Заброшенных шайб, Пирогова! Ох, вот это красиво было. По борту вновь на Шохину идет передача. И дальше вот как хитро, как разыграть. И дальше вот как хитро. Ой, как разыграли. Анна Солонина. Автор заброшенной шайбы. Белый медведь играет тем временем в полном составе, но Торнадо продолжает атаковать. Бросок! Вот это... Торнадо продолжает атаковать. Бросок! Вот это красотища! Вот это красиво! 6-0 становится... Перехват! Бросок! Локо спасает еще один бросок и... Бросок! Локо спасает еще один бросок и... Яна Крашенинина. Еще бросок и... Еще бросок и... Белякова 7-1. Нанести бросок и... Перехват. Белый медведь убегает в атаку. Здесь момент есть, Волкова спасает, но добивание. Здесь момент есть, Волкова спасает, но добивание от Станислава Сидоренко. Ну что ж, в большинстве Торнадо, Пирогова, Шохина на пустые, Дергачева, 8. Что ж, в большинстве Торнадо, Пирогова, Шохина на пустые, Дергачева, 8-2. И что? Что мы видим? Еще одна шайба. Что? Что мы видим? И что? Что мы видим? В сегодняшней встрече Торнадо ведет со счетом 9-2. Шмелева бросок, добивание, Шкалева 9. Шмелева бросок, добивание, Шкалева 10-2.